Спортсмены и поклонники здорового образа жизни первые дни января проведут не за столом, а на спортивных площадках. В дни зимних каникул с 1 по 9 число в городах и селах края состоится Всероссийская неделя спорта и здоровья, а следом за ней 20 января в регионе пройдет Всероссийский день снега. Так вот, что это за мероприятие, сегодня расскажет Петр Иванович Кобзаренко, начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края. Здравствуйте, Петр Иванович. Здравствуйте. Петр Иванович, что это такое Всероссийская неделя спорта и здоровья? Рассказывайте, какие города, какие села задействованы? Всероссийская декада спорта и здоровья, она проводится уже третий год по всей России. Алтайский край включился вот второй год так, вот, что капитально, многие виды спорта. Краевого уровня и регионального уровня около 30 мероприятий спортивных, разного возраста, разные виды спорта. А также практически в каждом муниципальном образовании, вот у нас 70 муниципальных образований, во всех этих муниципальных образованиях будет проходить спортивные мероприятия, посвященные этой декаде. И даже настолько примечательно, что в этом году мы каждый день практически отправляем фотоотчеты, отчеты о мероприятиях, даже муниципального уровня, в Министерство спорта. Кто инициатор проведения этой недели декады? Инициатор она носит название Всероссийское, естественно, Министерство спорта был инициатором. Хотя до этого мы проводили в Алтайском крае вот уже 10 лет неделю здоровья, мы так ее называли, но по инициативе Министерства спорта сейчас она называется Всероссийская декада здоровья и спорта. В каких соревнованиях могут принять участие профессиональные спортсмены, в каких любители? Давайте разграничим сразу. Ну, так-то от региональных и краевого уровня мероприятий проходит у нас в Алтайском крае около 30 по различным видам спорта. И такие виды спорта, как биатлон, лыжные гонки, шахматы, сильнейшие спортсмены будут выступать. Традиционно из года в год проходит у нас вот как раз 4 числа на призы училища Олимпийского резерва, а все практически профессиональные спортсмены прошли через это наше учреждение, поэтому все легкоатлеты сильнейшие края будут уступать на этих соревнованиях. Так, а вам, Петр Иванович, ну вот вам не обидно, что многие проведут эти дни январские праздники за столом, а вы вот на лыжне, например? Я просто даже странно, я думаю, что вот столько дней отдыхать и просто лежать на диване и смотреть телевизор, я думаю, это скучно и вредно. Вы бы не удержались. И вредно для здоровья. Но я хочу сказать, что мы традиционного 1 числа в 10 часов собираемся на лыжной базе «Динамо». Вот у нас сложился такой коллектив, человек 30, которого собираемся. Естественно, понимаете, что все на машинах и не потребляем. А поздравим родных в кругу семьи. Но самое главное, это, конечно, 1 числа в 10 часов, вне зависимости от погоды. Холодно, мороз, все равно приходим с лыжами, проходим дистанцию. Был такой год, когда настолько жуткий мороз был, что нам пришлось даже просто пройтись. Но я надеюсь, что в этом году... А это ваши друзья или коллеги все-таки? Или коллеги-друзья? Скорее всего, друзья. Друзья. Да. Друзья. Для социально уязвимых категорий населения будут какие-то старты? Вот? Старты запланированы для различных категорий населения. Во-первых, они в муниципальных образованиях весь пласт спортсменов и любителей поднимут, которые пригласят поучаствовать в соревнованиях. Вот краевого регионального уровня и дети, оставшиеся без попечения родителей, это живущие, как это раньше мы привыкли называть их, воспитанники детских домов. И казачья молодежь и курсанты ВПК, военно-патриотический блок. И детских очень много соревнований. Среди ветеранов есть соревнования. Среди вот профессиональных Ничего спортсменов себе. Есть соревнования. Массовые такие старты достаточно. Традиционно у нас зональный этап школьной баскетбольной лиги Казбас проходит в трех городах Гольфштадте в Поспелихе и в Благовещенке. Это, представляете, это 250 примерно человек, юношей и девушек, которые отбираются на финал Казбаскета. А у нас таких команд в крае, ну я не знаю, такой вид спорта, где вот так одновременно играет и отбираются 932 команды в этом Почти году. Почти 1000 команд. Вот, это только человек. Представляете, сколько девушек и юношей играет и отбирается. И вот у нас зональный этап, только три зональных этапа, только я сказал. Золотая шайба традиционно у нас всегда в эти годы проходит. А вот смотрите еще,
заготовлено мормышку еще будет такой вид. Вот расскажите, давайте, подождите, Петр Иванович, где пройдет и сколько участников? Ловля на мормышку, конечно, нельзя сравнить, допустим, с легкоатлетическим троеборием. Шиповка юных, где у нас 350 участников. Здесь, конечно, участников около 100 будет, но будет проходить в Егорьевке, у знаменитых этих озерах. Так, телезрители, запоминайте, Егорьевка. С удовольствием соберет любителей и профессионалов спортивной рыбалки. И не думаю, что обыватели, любители думают, что спортивная рыбалка просто пришел, и там все-таки не зря его называют спортом, и он в классификации как спорт. Вот действительно подход очень профессиональный, там... и у нас, кстати, члены сборной России есть, поэтому у нас очень хороший подход, знаю, очень хорошая федерация, поэтому вот в Егорьевке, по-моему, 4-5 они будут сражаться. Так, а вот 20 января уже Всероссийский день снега. Вот что послужило поводом для создания такого? Всероссийский день снега проходит второй год в Алтайском крае. Так. Первый год он прошел только в Москве. Это инициатива Международной федерации лыжных видов спорта ФИСА. Вот. И в прошлом году мы проводили, центральным стартом был город Заринск, и несколько, 9 муниципальных образований проводили. В этом году практически все будут проводить. В прошлом году... Города? И города, и села. И села, да. Давайте. Мы всех попросили, чтобы все подключились и провели. Но, опять же, центральный старт неспроста мы проводим пока в Заринске, потому что там очень такие комфортные условия. Развит город, любят лыжи там. Стадион почти в городе, и на стадионе вся инфраструктура есть. Можно прийти и отдохнуть. Но в прошлом году было за 30, и... К радости нашей народ пришел и веселился. И даже лыжники бежали. Конечно, не там не 3-5 километров, а вплоть до того, что некоторые бежали 200 метров. Потому что было сильно холодно. Петр Иванович, знаю, что гостей этого праздника ждут подарки. Вот у меня написано «футболки». Расскажите, кто получит заветную футболочку? Только ли участник, или только ли зритель? Или как вообще ее получить? Приз. Всероссийский день снега по идеологии, как бы, каждый пришедший получит приз. А так оно и будет. Угу. Вот центральный старт, это независимо, точно. Каждый пришедший. Каждый пришедший, потому что это не околоспортивное мероприятие, потому что в основном заложены там семейные старты, эстафеты. Хочу, чтобы вы проанонсировали. Давайте, мы впервые, пожалуйста, хотим провести, вне зависимости этого года, хотим провести зимний волейбол. Если вы знаете, что новое направление волейбола уже проводится на международном уровне, но проводится, вы знаете, там... В варежках. В Сочи там, в варежках, в перчатках. И поэтому мы решили протестировать у нас в Алтайском крае. Пусть посмотрят. Ничего себе. Волейболисты с удовольствием кликнулись. Посмотрим, протестируем, попробуем. Петр Иванович, у нас буквально есть пару минут. Это время. Вы можете поздравить всех с наступающим Новым годом. Вот, пожалуйста. Уважаемые жители Алтайского края, поздравляю всех с наступающим Новым годом, особенно тех, кто занимается здоровым образом жизни, тех, кто пропагандирует стремление к победе. Надеемся, что этот год будет лучше. Этот наступающий год у нас в спортивном плане тоже такой знаковый, потому что Всемирная универсиада, куда наши тоже спортсмены отбираются. Но пожелание также в этом году нашему спорту прирастать. Ну и всем, конечно, здоровья. А здоровье приобретается только на спортивных площадках. Все на площадке. А прирастать спорт чем будет? Прежде всего, чемпионами, гордость нашего края. Ну и если болеть за них, поддерживать. Если прирастает он людьми, тех, кто вот от компьютера и занял своим здоровьем, а это физиологически необходимо каждому человеку, это уже здорово. Это уже здорово. И процент занимающихся в Алтайском крае... Киберспорт тоже спорт. Это тоже спорт, но, к сожалению, надо иногда вставать из-за компьютера и циклическим видом спорта заниматься, иначе через несколько лет тот, кто занимается киберспортом, будут проблемы с сердцем и так далее. Поэтому заниматься, движение – это жизнь. Петр Иванович, я вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам как можно больше побед. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Любите спорт, берегите себя.